На исландском острове Хеймаи гнездятся более половины мировой популяции морских птиц-тупиков. Здесь их птенцы отправляются в первый полет в поисках пищи. Обычно это происходит по ночам, когда мало хищников. Но молодых тупиков поджидает и другая опасность. Иногда они летят на свет городских огней, а там автомобили и кошки. На защиту птенцов встали местные жители. Они патрулируют остров, разыскивая заплутавших птенцов. Также здесь открыли центр, куда можно принести найденышей. В нем тупиков осматривают, взвешивают, измеряют, а некоторых кольцуют. Мы должны помочь местным жителям. Они ищут тупиков и приносят их сюда, чтобы мы могли взвесить птенцов. Нам нужно много сотрудников, потому что работы хватает. Однажды нам за день принесли более 530 тупиков. Иногда птенцы плавают возле порта и попадают в мысляные пятна. Таких бедолаг тщательно отмывают. Это морские птицы. Большую часть жизни они проводят далеко в море, а на берегу только размножаются. Поэтому их перьевой покров не должен пропускать воду. Она не должна проникать к телу. Но если птица в масле, то вода проходит, и они мерзнут. Из-за этого птицы не могут плавать в море и голодают. Искать птичек выходят целыми семьями. Если птенец ранен или болен, его оставляют на лечение в центре. Здоровых тупиков отпускают в дикую природу. Очень важно спасать тупиков, а для детей это жизненный опыт. Мы ждем целый год, чтобы пойти на их поиски, поймать, а потом отнести обратно к морю. Дети весь год только и говорят об этом. Это бесценно. Попавших в беду птиц подбирают и туристы. Сначала мы не знали, что делать с тупиком. Нам подсказали отнести его в центр, где птицы взвешивают и измеряют, чтобы убедиться в их способности выжить самостоятельно. А если птенцы ранены, их оставляют здесь. Популяция атлантических тупиков начала сокращаться в 2000 году. 3 года назад этот вид занесли в Красную книгу. Птицам угрожают охота, загрязнение природы и потепление климата. Жители острова Хеймаи за сезон спасают более 4000 тупиков и дарят этим птенцам возможность приумножать свой род.